Харьков, 6 марта. Весна. Правда, у нас еще зима, снег лежит. Сегодня нашему малышу 2 года и 2 месяца. Мы бы это, конечно, праздновали, если бы не эти все события ужасные. Дом весь трясся. Я думала, стены обвалятся. Над домом летали какие-то снаряды, наверное, куда-то. Спать не очень получилось. Вообще уже просто заканчиваются силы, нервы от всего происходящего. Все бегут отсюда. Все уезжают, все едут, все бегут и уезжают в поезда, как селедки. Едут на Западную Украину, а потом дальше в Польшу. И вот когда на это все смотришь, думаешь, что, ну, как бы, что делать дальше? Если все отсюда уедут, мы тут как одни останемся. Сейчас, кстати, тоже громыхает страшно. Ребенок попросился погулять, я ж не могу вообще не выходить на улицу. Ну тут как теперь нам, всю жизнь дома сидеть или как? И ждать, пока что-то прилетит по дому? Надо, пора это уже заканчивать все. Нам нужен как-то мир. Нам войны не нужны. Произошла полностью переоценка ценностей. То, что еще недавно казалось важным, теперь уже не имеет никакого смысла. Кого ненавидел, уже как-то не держишь даже зла на этих людей. Даже врагов теперь нет. Да, это, наверное, положительный момент всего происходящего, потому что теперь как-то у меня уже половина каких-то вещей, которые я носила с собой в голове, это уже все выброшено и не имеет никакого теперь смысла. Ничего не значит для меня. Смысл теперь выжить с детьми. Все остальное, деньги, кстати, вообще какие-то деньги. Все это уже не имеет никакого смысла. Для меня лично. Все это не важно, это какие-то второстепенные вещи. Самое главное, это жизни твоих близких. Ну, мы держимся. Все будет хорошо.